Первое – это начинайте сомневаться в том, что вам говорят, и вместо этого настаивайте на том, что у вас есть поправка. Следующий пункт. Если есть какая-нибудь дополнительная информация, чем вы хотите поделиться с господином Рахадом, то, пожалуйста, свяжитесь с ним. И для дополнительной информации посещайте его сайт. Это potenstvo.com. Спасибо Петру, и спасибо за то, что он специально ради нашего собрания приехал сюда из Великобритании.